доброе утро. Я просто очень хочу спать. У меня вопрос к людям, которые на дистанционке встают, как Роксана, в 6:30. Они встают сразу перед уроками и идут на них. Роксана у нас просто какая-то суперпродуктивная, походу. Ладно, мне уже нужно вставать, потому что в 6:45 Роксана делает зарядку. Время. Что мы делаем? Просыпаемся. Роксана очень спортивная, очень организованная, поэтому, мне кажется, мне будет очень сложно проживать этот день. И утро свое она начинает с зарядки. Я уже сделала зарядку, выпила стакан воды, потому что так написала Роксана, и сейчас мы идем делать какие-то утренние рутины. Ну что, сейчас я сделала все свои рутины. Здесь у нас не было никаких особых определений, если их так можно назвать. И сейчас моя мама мне подогрела завтрак. Это омлет с гренками. Вы понимаете, Роксана на правильном питании. Вообще, я думала, что правильное питание — это прям супер полезная еда, но я вам потом покажу ее меню, вы вообще офигеете. Да, и, кстати, благодаря этому эксперименту я в первый раз пробую еду вот в таких вот лоточках, потому что Роксане каждые 3 дня привозят еду в таких лоточках, и она ей питается. Но вообще, это интересный опыт, я такую еду никогда не заказывала, но здесь сбалансированный рацион, и он очень вкусный. Вы понимали, что за красота? Это омлет и гренки. Я не знаю, правда, как я буду есть гренки, так как у меня брекеты, хотя и у Роксаны брекеты, ну ладно. Здесь написано, что с 7:40 до 7:50 мы как раз-таки застилаем постель и переодеваемся. Я уже переоделась, поэтому осталось застелить постель. И дальше меня ждет повторение домашнего задания. Мне скинула свои конспекты, и сейчас я по ним буду что-то повторять и учить. Потому что я вообще ничего не учила, и я не знаю, как я сегодня буду сидеть на уроках. На уроках я буду сидеть вместо Роксаниной и моей подруги. А сейчас она болеет, но я просто приду на урок под ее никнеймом, если так это можно назвать, и проведу все уроки вместе с ними. У нее всегда отключен микрофон и камера, поэтому я думаю, что учитель ничего не заподозрит. Я еще не могу доесть свой завтрак, тут остался еще один омлет, меня просто больше не влезает. Я уже пойду подключаться к урокам. На самом деле в классе знают, что сегодня я буду присутствовать вместо Эвелины, и я надеюсь, что никто ничего не раскроет. Но даже если раскроют, я думаю, что никто не обидится. И сейчас у нас будет первый урок, это физика. Там мой любимый учитель, поэтому да. Кстати, этот класс я знаю, эту школу я знаю, в которой учится Роксана. Мы учились с ней когда-то в одном классе. И, в принципе, не в первый раз. Мне кажется, если бы я пошла в какую-то неизвестную школу, в какой-то неизвестный класс, мне бы было страшно. А так нормально, все привычно, все понятно, и тем более там мои любимые учителя. Вот, я сейчас почитала Роксанин конспект по физике. В принципе, они ничего-то сложного и не проходят, поэтому я думаю, что я справлюсь. Вообще, вам, наверное, непривычно от меня слышать, что я иду в школу, иду учиться, у меня будут уроки по 45 минут, но это всего лишь на один день, это такой маленький эксперимент. Но, кстати, время уже 8:20, и я вообще не хочу спать, что очень странно, потому что с утра я устала, мне очень хотелось спать, я обычно встаю в 9, а тут в 6:30, но все хорошо, и я уже бодрячком. И в этой школе занимаются по вот этому вот сборнику по физике. Мне его когда-то покупали, еще когда я училась в лицее. Поэтому я думаю, что тут все легко. Вот потому что я его прорешивала когда-то, когда у меня был репетитор по физике в прошлом году. Сказала, что вот все уроки мы будем разбирать вот это вот все. То есть какие-то вот из этих упражнений. Посмотрим. Уроки длятся по 45 минут, как в обычной школе. Допустим, вот физика у меня будет начинаться 8:30 по 9:15, потом будет маленький перерыв, у меня будет начинаться английский. Никогда не любила английский, но он будет. Но там тоже хороший учитель. Потом у меня будет алгебра, далее перекус, как написала Роксана, потом биология, еще одна алгебра, немецкий и русский.
И все это закончится аж в 16:15. Я в шоке. Нам обед и будем отдыхать. Главное не включить звук и камеру. Это самое главное. У нас закончилась физика. Это было очень смешно и интересно, и мне кажется, мы просто по уроку смеялись. Потом кто-то у нас отвечал. Меня, кстати, сегодня не спрашивали, как Эвелину. Вот, я очень рада. Ну, в принципе, Эвелина, она никогда не подключает микрофон и камеру, как мне сказала Роксана, поэтому я думаю, что все хорошо. Физику мы откладываем, и дальше у нас будет английский. Я надеюсь, что мы выживем. Сложность в том, что Роксана учится в 9, а я учусь в 10. Поэтому пишем didn't hesitate to respond. Следующая 24-я, опять же, не будем переводить с самого начала. У нас закончился английский язык, у нас было сначала урок, мы что-то разбирали, а мы слушали ридинг и пытались ответить на вопросы. Потом у нас были разборы тренировочных вариантов ОГЭ. Я не сдаю ОГЭ по английскому, поэтому, в принципе, к этому всему не готовлюсь, но это было интересно. Сейчас у нас будет начинаться алгебра с моим любимым учителем, который, в принципе, помог мне полюбить этот предмет. Я очень рада, потому что я давно не училась в школе, и именно давно очень не учила алгебру в школе. Поэтому я думаю, что сейчас все будет просто шикарно, а потом у нас будет перерыв, и мы пойдем кушать. Там нас ждет еда очень вкусная. Сейчас мне написала Роксана и сказала, что на первом уроке мы будем заниматься по учебникам, по Макарычеву, это, по-моему, как-то так называется, вот по вот этому учебнику, который у меня остался из этой школы. Здесь просто наглядный школьный курс, по этому учебнику я занимаюсь как с репетиторами, так и с уроками школьными. Вообще, это суперский учебник. Вот, и поэтому он у меня до сих пор остался, и сейчас мы будем по нему заниматься. А на втором уроке нам понадобятся вот эти вот сборники ОГЭ. Это 20-й год, но суть не меняется. Сказали взять 20-й, и будем по нему все прорешивать. Мне кажется, я бы уже весь прорешала этот сборник, но повторение мать учения, как говорится. Я не против. Много миров. Как же их решать? Вначале рассмотрим функцию вот этой вот левой части. Что это такое? Парабола. Здравствуйте. Всей этой надписи. Они спрашивают, где вот эта вот парабола меньше нуля или ниже оси х. Поэтому весь... У нас закончилась алгебра. Изучали мы квадратные неравенства. Ну, как бы, в принципе, это все понятно, потому что я это уже проходила, но было очень много вопросов на уроке. Сейчас мы идем перекусывать. А, ну и потом у нас будет биология. В принципе, биология один из моих любимых предметов, поэтому я думаю, что там-то все должно пройти просто идеально. Наверное. Что сейчас у нас закончилась биология, я вообще ничего не снимала, потому что я перекусила и быстро побежала на урок. В принципе, все прошло хорошо, там разбирали контрольную работу. Вот, я тоже так посмотрела. В принципе, контрольная у них-то была несложная, возможно. Вот. И сейчас у нас будет вторая алгебра, там мы будем решать пробники, как я уже сказала. Вот эти. Поэтому готовимся. Кстати, перекусывала я салатом. Там был салат с индейкой, по-моему. В принципе, мне очень нравится такое питание. И я, возможно, бы так питалась, потому что это реально классно. И это питание, оно очень сбалансировано. На месте мяса и рыбы, и вообще, что хочешь, это очень классно. Поэтому, возможно, мне просто мама будет заказывать такое же питание, как и Роксане. Там, по-моему, заказывается на месяц, на 12 дней. Ну, что-то такое. Это очень вкусно. У нас закончилась алгебра, и дальше у нас остается еще два урока, именно немецкий и русский.
Не понимаю, как они сидят на русском, как на последнем уроке, потому что я уже очень устала, и сейчас пойду на немецкий. В принципе, немецкий один из моих любимых предметов, тем более я занимаюсь репетитором по немецкому, поэтому я думаю, там ничего сложного, как в принципе сказала Роксана. Но посмотрим. Представляете, у меня закончились все школьные уроки, и сейчас я буду есть бургер. Понимаете, Роксана на правильном питании, и ей привозят бургеры. Я в шоке. Мне кажется, когда правильное питание, какие бургеры нельзя есть. А здесь бургер. Класс. Я рада просто. После школьной рутины это самое лучшее, что могло быть. Вообще, там написано, что бургер надо кушать на ужин, но я так плотно ужинать не могу. Роксана тоже так сказала, и поэтому она его ест обычно на обед. Поэтому я тоже поменяю. Я в шоке. Просто правильное питание. Бургер. Камон, куда? Катя Самир. Сейчас у меня будет начинаться репетитор по математике. У нас с Роксаной одинаковые, поэтому, в принципе, да ничего не поменялось. Поэтому сейчас я буду заниматься с репетитором по математике. Репетитор у меня будет всего лишь час. И получается, 17:00 я где-то закончу. У меня будет отдых, чтобы собраться на танцы, и поеду на танцы. Вообще, с Роксаной с недавнего времени мы ходим на одни танцы в четверг, но так как сегодня пятница, я еду на свои танцы. Вот, и я думаю, вы не очень обидитесь. Просто если бы сегодня я не поехала на свои танцы, то, мне кажется, на меня бы обиделись все, потому что сегодня репертуар, и потом бы меня еще и наругали. Вот поэтому сегодня я еду на свои танцы, но они также начинаются в 18:30, как и наши с Роксаной танцы. Поэтому, я думаю, никто не обидится. А потом я приеду, и меня будет продолжать ждать самая насыщенная рутина, потому что там у Роксаны куча всяких дел, домашка, что-то там еще. Мы с Роксаной обговаривали, что за день она обязательно выпивает 2 литра воды. Я на самом деле тоже стараюсь их выпивать, но не всегда получается, но сейчас я прям поставила цель, и пока что вроде бы все идет по плану. ЕЦА. Так, возьмем, если треугольники... И я в шоке, как Роксана выдерживает это все, школа, репетиторы и всего так много. Я уже очень устала. Сейчас перед танцами я должна перекусить. И посмотрите, что у Роксаны. Обычно она перекус. Эклер клубничный. Я в шоке. Но пахнет вкусно. Что я уже оделась на танцы, заплелась и готова бежать. Сейчас меня заберут родители, и мы поедем на танцы. Ехать нам где-то 30 минут, поэтому мы успеем. Я уже иду домой после танцев, я очень устала. Вообще, я люблю репетиции, но после них очень сильно устаешь. Хорошо, что я еду после них на машине, потому что если бы я шла пешком, то у меня бы просто ноги отвалились. Сейчас меня ждет вот такой вот вкусный ужин здесь. Курица. Карри, по-моему, и рис со шпинатом. Сейчас мы это разогреем и будем кушать. Вкусняшка. Привезли еду на 3 дня. Тут на завтрак круассан. Потом какой-то очень вкусный салат. Шашлык с курицей. Эклер. И котлета с булгуром. Чтобы вы понимали, это правильное питание. Я в шоке. Роксана написала, что она обычно делает школьное резе, но сегодня, как ни странно, им его не задали, поэтому я от него свободна, но я думаю, что порешаю какие-нибудь пробники, возможно, просто пойду, сделаю рутины и лягу сегодня пораньше спать. Роксана сказала, что я могу отдыхать, я справилась, я надеюсь, что это так, но сейчас еще осталось поужинать. Сейчас я пойду в душ, буду умываться и уже буду ложиться спать. Сегодня получился очень интересный день, очень интересный эксперимент. Я никогда не жила чьей-то жизнью, но это был очень-очень интересный опыт. Если вам понравится такой формат видео, то я буду обязательно снимать видео наподобие. Поэтому, если вам понравилось, то обязательно ставьте лайки, мы это поймем и ждите новые части. Сейчас я просто хочу подвести итоги этого дня. Этот день получился просто какой-то интересный и насыщенный, потому что я живу совсем по-другому. Во-первых, Роксана правильно питается, и ей каждые 3 дня привозят правильную еду в лоточках. Обычно у нас кто-то в семье готовит, и это обычно я. А тут мне просто ее привезли, я ничего не делала, не тратила на это время. Но нужно учесть, что я не хожу в школу, поэтому у меня есть на это время.
у Роксаны на это же времени нету, поэтому она, наверное, и заказывает. Но вообще мне понравилось такое питание, возможно, я тоже начну заказывать, тем более это очень вкусно и не калорийно. Ну а на этом я хочу подвести к концу это видео. Не забывайте, что у меня есть крутой инстаграм, ссылочка на него всегда есть внизу в описании. Там больше меня, больше моей жизни. Ну а с вами была я, Полина Вернер, и всем пока-пока. Пока!